Всем дня доброго. Так судьба сложилась. Вот так вот меня понесло, что я взялся за работу. У меня уже были заготовки. И вот букет, как говорится, вот такой вот. Букет комиссори. Зафигарил. В общем так, я тут занимался всякими левыми делами, ну то есть камкалы и всякие там прочие туда-сюда, но сегодня что-то сорвалось с этими колымами. Я приехал в мастерскую, чтобы сделать тут вот, я тут этот трясун хочу сделать такую, то есть чтобы удочку так вот колбасило, чтобы самому не трясти, вот, и сделал вот этот вот грузик, как бы смотрю такой, глаз не свожу, как говорится, вот с этих вот заготовочек, и не выдержал, в общем, пошел фигачить. Хорошо, материалы все были, там инструмент закупленный уже заранее, иначе бы я, конечно, ничего бы тут подобного еще не створил. Это, конечно, по-грязному все ободрано, это комиссори, это клин 75%, сведенный будет в ноль, он сейчас уже, в принципе, уже... Но еще не в ноль, там есть кромочка. Вот, это я в кромку сейчас не свожу для того, чтобы не повело при термообработке. Хотя и так может повести. Но надеюсь, не будет такого казуса. Это вот ямочка классическая для комиссори. Вот такие вот варианты. Это, в принципе, вот этот вариант, вот он, как видите, классика, прям классика. Но классика по форме, я имею, по контурам. По вот этой вот, по удобствам, как говорится. А по лезвию будет английский клин. Ну, английский клин какой-то. Ну, как я вам еще раз повторюсь, чтобы вы имели представление, это батчеровский клин будет. Но клин батчеровский вот сейчас вот так надо будет оставлять с кромочкой и затачивать. А у меня этой кромочки не будет, как в предыдущих бритвах. Вот такого вот плана. Помните, наверное, уже видео, там было все в ноль сведено. Тончайшая кромка от обушка, все работает, все прекрасно. Вот решил с вами просто поделиться тем, что я сейчас начал делать. И я очень рад тому, что я начал делать бритвы, а не всякую фигню, которой приходится заниматься. Нестандарт зафигарил. Ну, скучно мне стало. Нестандарт только в чем? Наверное, видно будет. Посмотрите, вот так с торца, видите? Вот такую вот. Художественный изгиб, как говорится. И вот еще вторую подпальцевую. Почему так захотелось сделать? Когда я делал первую подпальцевую, я почувствовал, что у меня палец в угол упирается. Я сделал по второй палец. То есть, вот, к примеру, вы так держите бритвку. У вас палец в одной ямке, вот этот большой палец. И этот средний, вот этот палец, вот в этой ямке. Переворачиваете, то есть у вас указательный палец в одной ямке, а большой палец... верхней ямки. Ну, блин, довольно-таки так удобно, я вам скажу. Прям как влетая, прям там вот, садится в руке прям. Дальше. Они все немного отличаются друг от друга. Вот та классика была на сужение. Это я еще, кстати, сейчас подумаю, может, что-нибудь сотворю с ней. Она просто прямая, просто прям вообще прям классическая, приклассическая прям. Да некуда прям, до безобразия, я бы так сказал. Все с одним и тем же 75% клин, который будет впоследствии доведен, то есть до нуля, еще когда по-грубому, после термообработки. А тут сейчас я еще подумаю, может что-нибудь, хотя нет, я фасками тут обрисую по углам. Очень красиво будет смотреться с фасочкой. Я ранее так делал. Вот вроде бы, да, тоже классика, тоже фасочки будут туда-сюда. Хопа! Удобство! Это на одном уровне, то есть не под этот палец, а вот под два вот этих вот пальца, указательный и большой. Они симметрично, видите, находятся, вот. То есть ложится палец сюда, второй моментально ложится в ту ямочку. Очень так удобно. Переворачивается, то есть теперь указательный в этой, а большой в этой. Ну блин, здорово, здорово. Прям удобно. Я такие варианты еще не делал с двойными. Не делал, но там я под пальцы вообще не рассчитывал никак. Это вот типа бамбук. Типа.
Ну, это у меня все так вот на ходу получается, все так вот приходит на ходу тоже с удобствами. Не хочу стандарт делать. А какой стандарт, если у меня здесь будет вот батчерский клин, то есть нос введенный под 100% под русский, нафига мне делать вот только вот одну классическую? Я делаю вот так. То есть как бы, блин, здорово, здорово. Ну, тут все еще, конечно, поменяет свой облик не и не раз, потому что это еще в грязновом. То есть, ну, в общем, черты уже вот останутся такие. Вот. Ну вот, в принципе, я с вами и поделился букетом комиссури. А? Красота, да? Блин, как я люблю свое дело, а? Пусть она у меня, конечно, тоже любит, как следует. Но, блин, все остальное хлам. Да, кстати, тут слыхал, что разговоры какие-то опять ведутся какими-то там засланцами из бугра, наверное, какого-нибудь. Не знаю, откуда, не знаю, мне не сказали, но я слыхал, что говорят опять, то есть пытаются доказать, что Дамаск не бреет. Мужики, вы его сначала купите, вы сначала попробуйте, а потом говорите. Хотя я уверен, что все равно, даже если у вас будет брить, вы скажете, что он не бреет, потому что... То есть кому-то просто я помешал, кто-то споткнулся об меня с этим на этом моменте, то есть на Дамаске. Или просто у кого-то зависть настолько мощная, что то есть лечить уже ее поздно, а, как говорится, без нее уже никак. Так что вот, мужики, не бреет Дамаск, не покупайте. Никогда. Но те, кто говорят, что Дамаск не бреет, так они 8 не берут. А? Ну ладно, проехали. Нафиг мне нужно кому-то что-то доказывать. И, Игорь, тебе тоже не советую. Все это пустое, то ты сам понимаешь. Вот. Ну что ж, надеюсь, я это в ближайшее время не буду никуда дергаться. Если так все пойдет по плану, то я продолжу работу вот с этим комиссори. И это, это вот кованая U8 сталь. Ну, полностью, если назвать там U8A марк такая вот. Но кованая, опять же, как я говорил, хитро, по-своему, под бритвы. То есть, эта сталь получается с большой твердостью, как это уже обычно у меня принято, но податливая к заточке, к правке. И... То есть более мягкое в бритье. Вот так вот. Ну, вроде как и все. Вроде взял, так все и рассказал. Поэтому жду от вас видео всякие разные. То есть все, кто мне заказывает бритву, ну сделайте для меня видео обзор. Ну просто хотя бы бритву обзор, не вот там бритье на камеру. Я понимаю, что на камеру бриться это далеко не каждому. То есть как бы по душе это надо как-то... То есть жить этим. А просто хотя бы обзоры. Просто, ну, чтобы больше людей знали, какие они на самом деле. Ну, плохой будет отзыв. Там в видео. Значит, будет плохой. Пускай люди поймут, люди посмотрят, оценят, сделают свои оценки. Будет хороший. Ну, хорошо, значит, узнают, что, к примеру, есть у меня хорошие бритвы. Так что кому, как говорится, не лень, просто потратьте там 5-10 минут вот на обзор. Это реально просто мне так прям тотально так вот поможет хоть как-то так держать на плаву все это вот это производство. Нет, так нет. Но буду признателен. Ну что ж, что-то я уже совсем прям так вот это затянулся. Ладно. Пойду дальше, еще с ним тут по мелочи сейчас доработаю. И посмотрю, может, уже они готовы сейчас в термообработку отправиться. В печь. Все, спасибо за внимание. Пока. Увидимся. Покажу, если что будет показать.